от Саке пришел к вам. А, все, ты про Чистаке, да? Да, он мне говорил. Я любые вопросы, любые проблемы решаю по звонку. Там, что, какие проблемы, говори. Баке, меня с универа отчисляют, не могли бы решить, а? Универ, все, сейчас, подожди, сделаем. Алло, Баке, тут братишку с универа отчисляют, да. Реши вопрос, а? Все, принял. Все. Все, решается твой вопрос. В другой вопрос, универ поступаешь, Саня учится, заново учится, все, нормально, хорошо? Да. Я, видишь, я все решаю, брат. Че, какие еще проблемы, скажи? Мне еще права хотят лишить. Права? Сейчас, подожди. Алло, Халайзин, Сергей Мемло. Тут братишку так, права забрали, гаишники, да, надо решить вопрос быстро. Все, принял, ага. Все, я решил твой вопрос. 2 года пешком покатаешься, потом заново вместе, хорошо? Я вижу, я любой вопрос решаю. Давай мне, Рахмет, оставь. Я слышу, Рахмет, я знаю, говорю. И вот тот раз рассказывал же, Ивон и Кен. Его. А мы же тогда еще ихние же брали. Их. И тогдашние еще. Тогда. И что ты меня подправляешь всегда? Вообще-то, поправляю. Я хуй Димишна? Не хуй Димиш, а... А, нет, правильно, хуй Димиш. Хуй Димиш, да, верно. Так, ограбление. Ага. Банк грабят. Банк грабят. Банк грабят. Бабки, быстро! У меня нет денег. Блин, ё-моё. Вообще нет денег, что ли? Нету. Давай. Забирай товар. Понятно? Мержан, ты чё так рано забежал в магазин? Я же сказал, что тебе майкну я. Столько там ещё надо было взять, мыльные средства не взял, порошок не взял, шампунь. Я откуда знал, ты же сказал, в голову почесу и забегай, я забежал. Картошка нужна ещё, морковь. Пойдём в другой магазин. Здесь за углом, Дан, еще один магазин есть. Подожди, Дан, знаешь куда? Привет. Здрасте, Татья. Говорят, дочка поступила, да? Да, поступили. Ой, молодцы, поздравляю. И что, общагу взяли? Нет, нам не положено же Алматинская область. Алматинская область. И что ездите? С 5 утра на ногах. Ой, квартиры дорогие, 280. 250. На первую Алмате, ну тебе за 240 могу дать. Зато никуда не надо будет платить. Я приду сама, копеечка в копеечку. Для детей что, жалко, что ли, в таких хоромах живешь? Надо в образование вкладывать. А откуда у вас квартиры-то те? Ой, я же дальнобойная. Может, дальновидная? Дальная. Ну, все равно. В общем, я в мае месяце еще за 60 тысяч сняла квартиру. Сейчас сдаю бизнес. Что, брать будешь, нет? Что, дороговато-то. Аля, да. Студенты... 15 человек? Да хоть 17! Сдаю. За первой Алматой, правда, 24 квадратных метра. Ну, это большая квартира. Да. Посмотри, хорошо, я выезжаю. Смотри, я тебе отправлю сейчас список на WhatsApp. Смотри, ничего не забудь. Иначе вечером останешься без ужина. Давай. Так, что она там мне отправила по списку? Мясо, хлеб, булочки, рыба. В общем, Савлия Оскаровна, не волнуйтесь, спокойно отдыхайте. Как там в Дубае? Сейчас, подожди. Алло, я тебе сказала, домой не запущу. Все ключи поменяла, все, давай, пока. А с кем вы ругались, Саляскана? С мужем. А что ему домой нельзя? Да у него зеленого статуса нет. Нафиг это надо? Он распоряжение санврача же слышал? Да. А, кстати, ты что ж на работу ходишь? У тебя зеленый статус есть? У меня есть зеленый статус, но я жене сказал, что у меня синий. Зачем? Ну что, в магазин не ходить? Ай, Санжар, а? Все вы такие. Работы много просто, я скажу. Неправильно делаешь, брат, неправильно делаешь. Видишь, локти, видишь, неправильно держим. Нормально делай, ты сжимай до конца делай давай. Давай, делай. Неправильно делаешь, слышишь, неправильно делаешь. За кистью, смотри, с кистью, смотри, видишь, держишь сильно. Нормально делай давай. Неправильно плаваешь, брат, неправильно. Вот так броском плавает, оп, броском. Во, давай, получается, давай, броском. Во. Вот так, выставляй, вот так. Человек, извиняюсь, вы будете брать абонемент или нет? А что, я буду. Вы просто уже полгода как тренер здесь ходите уже. Я буду брать, Миша, а что? Смотри. И что твой Месси думаешь, заиграть в ПСЖ? И что ты сразу Месси, а вот Криштиану Роналдо твой, а? Нормально. Вот его взяли. Что нормально? Манчестер. Даже в 36 он, знаешь, какие форы. Это же шал он уже, нормально. Какой шал? Этот шал, знаешь, многим фору даст. По-любому, если Месси их сравнивать. Важнее его, реально конкретно. Когда мои кенты начинают говорить о футболе, мне кажется, они общаются на другом языке. По статистике, 3 из 10 мужчин страдают из-за того, что не разбираются в футболе. Поэтому давайте общаться на общие темы. Thank you.
лица эмоции. Сначала подхожу сбоку и бью ей в мозг какой-нибудь дешевой шуткой. После я ее угощаю коктейлями, там счет выходит примерно 40 тысяч. После я инвестирую в караоке и парализую ее мозг большим количеством алкоголя. Там счет должен примерно выйти 50-80 тысяч. После того, как мы достигнем нужной кондиции, мы поедем в гостиницу. Номер гостиницы 38 тысяч, итого счет 130 тысяч. Капец, столько затрат? Да ну нахрен, я лучше на боди поеду. Нет. Качи. Что случилось? А шахмели? Жанабылов перестал делать гимны? Месси гол наконец-таки забил, да? Может, Радбек вернулся? А, все, я понял, студентов и школьников обратно отправили на дистанционку, и теперь не будет пробок. А, Карина для прогрева топим жир родила третьего ребенка. Все, понял, я с Атиной делаю новый инфосериал, да, вот это? Да блин, а что там-то случилось? Это легкие уже достало. Алло, ты не как? Ассаламу алейкум, брат. Эй, ты что сегодня не пришел на собеседование? Да, брат, их так как мне. Просто цуми, их то я моим данного. Я же, блин, кстати, тебе сколько сегодня слов и выслушал. Тикток курим, PUBG уминаем. Ужас. Не диген адамс? Сумы начали степор, пан, их тайм, а их то я моим. Давай, блин, обязательно завтра приходи, блин, утром. Ты че, ё-моё, блин, мы все сходим с эссалиотром, хоть тигротом еще. Брат, ертень баранчи точно. Давай, блин, обязательно ертень ель. Давай, сюз места. Все, брат, Айхан сюз на тему. Алло. Алло, Бека? Эй, ёлка-нока, ты чё сегодня опять не пришёл? Да, брат, их то как мне. Распол? Кому я там здесь, айон, здесь их сайхал не имею? Меня кок? Ертин, точно он нам, да. Чё, айналай? Или она, туртненький сидит, джим шопа? Туртненький? Какой ёлка-нока? Какой ёлка? После четырёх? Всё, ёлка-нока. Ещё, кому я там здесь? Ужас. Как туртненький, не ухтай, я там здесь. Давай, Жан. Хотя, подожди, а сына с собой возьмёшь? Мнав? Она ума? Я не пойму. Давай. Вот так. Куда ты показываешь траекторию примерно? Ты же на шоколадку показываешь. Шоколадку, ну-ну. Палапанга, бидащаш. Кур, 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 маш. Ты же дураку понятно, сынок. Вот так берешь, потом переворачиваешь и ложишь сюда. Видишь, два. Мама, мама, мама. Ты уже меня путать начал, что ли, за два часа? Я папа, папа я. Мам. Сен қазақсын, маман қазақ, ал мен папамын. Папа. Вот дұрыс. Тер. Короче, пацан, мне зарплата поступила. Давай куда-нибудь соберемся давай, сами. Давай. Нет, не счет просто, я сам закину, не переживай. Сорок. Короче, завтра у Тимошки днюха по десятке скидываемся каждый. Тихо, Ринджимендер, Ахша Жо, Галяк, Белдых Адамжо. У всех, у него у всех есть, только у тебя. Ого, моя... Джиги, короче, Джаз Бетватер Турцига выкатили, ищу за мунан. Смело, Джиги, ищу за мунан, табамызда. Критха осына табам. Выкатили. Родной, достар мен, ё-моё, табасы мой, ой-на-на-на. Халайсин, братан. Нормально. Чё ты, где сейчас? Я сейчас в Акимате же работаю. Да, ты чё, ё-моё, может пару тендеров вытащишь? Восстал, да. Чё ты, где сейчас? Я сейчас в этом, Sony Автоцом. Да, ты чё, может номера вытащишь, Акин, красный? Восстал, да. Чё, братан, где ты сейчас? Я сейчас в этом же, в аэропорту же. Да ты чё, может Duty Free что-нибудь вытащишь там, вискарёк там, духи-мухи там, оригинал. Восстал, да. Чё ты, братан, сейчас где? Я сейчас в прокуратуре же работаю. Да? А ты чё, может быть, годовой абонемент вытащишь на World Class? Власть же есть? Восстал, да. Чё ты, братан, сейчас где? Я сейчас в этом же, Казпочту же перевёл. А, да ты чё. Все, поехал, братан? Представь. Представляем вам, как матерятся люди разных профессий. Слышь, я твой рот полоскал. Я твою спину топтал, есть? Я твой мозг сверлил. Я твою голову мыл, понятно? Я твою маму катал туда-сюда, есть? Иди на кухню, сказал.